Медитация 297. Побег из тюрьмы. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, на самом деле я не освободился из тюрьмы, а только притворяюсь. А может быть, даже я и есть сам тюремщик. Никто не может быть уверенным. Поэтому ставку нужно делать вслепую. Доверие всегда ставит вслепую. Если вы решите бросить курить, оставите свое решение при себе и никому не скажете, 99 шансов из 100 за то, что вы будете продолжать. Предположим, кто-то другой решит бросить курить и скажет друзьям. Вероятность того, что он все же не бросит, 90%. Есть третья возможность, что он вступит в общество некурящих, где никто не курит. Теперь шансов, что он бросит курить, 99 из 100. Гурджиев часто говорил, что если вы хотите что-то сделать, найдите себе несколько друзей и действуйте сообща. О вас можно сказать, что вы в тюрьме. Вы хотите бежать, но бежать в одиночку очень трудно. Если вам удастся собрать группу заговорщиков, будет немного легче. Вместе вы сможете убить тюремщика, что в одиночку очень трудно. Вместе вы сможете проделать отверстие в стене, что в одиночку очень трудно. Не исключено все же, что вы не добьетесь желаемого, потому что ваша группа останется небольшой кучкой беспомощных заключенных. Силы, управляющие тюрьмой, превосходят ваши. Лучше всего установить связь с кем-то, кто уже снаружи, кто уже вне стен тюрьмы, кто уже свободен, кто сможет снабдить вас всем необходимым, дать вам карту, подкупить охрану и позвать тюремщика на пикник.